Вы верите, что у нас буквально позавчера было все в снегу? Смотрите, какая солнечная Анапа. Добрый день, друзья! Семья Азаровских вас приветствует сегодня на улице Гребенской. И вы слышите этот звук? Ой, вообще такой шикарный звук. Как шумит море, а? Сегодня у нас 11.02. 12. Господи, хорошо, что есть жена. 12.02. 20-й год уже, друзья. И совершенно немного времени остается до того, как эти улицы наполнятся людьми, звуками отдыха и веселья, а также летним настроением. Мы прям его очень ждем, но сначала будет весна. Надеюсь, что она уже к нам приходит и будет начинаться вот прям сейчас и сегодня. Мы выезжали из дома, у нас было плюс 8, в Анапу приехали, здесь плюс 6, показывал именно на бортовом компьютере. Но вот мы стоим в затишке, где нет ветра, здесь прям вот спину солнышко кошкой лижет. Очень тепло, на море, я думаю, да, будет там немножко прохладнее, чем здесь. Ну, а мы посмотрим по сторонам вообще, что здесь происходит. Вот какой там штормище на берегу. Что я вам сегодня покажу. Так, давайте сразу обратимся к градуснику, который, видите, я вам сказал, что датчики показывают гораздо больше. 12,9 у него тут, температура 12,8, красота. Это золотой пляж, называется аквапарк, у него идет там глобальная модернизация, появятся новые горки, надеюсь, что в этом году получится первый раз в жизни в него попасть. Прям есть такое бешеное желание, посмотрим, получится, да, хорошо, не получится, ну и ладно. Так, раз сегодня 12-е, я что-то думал, что нет, не 12-е, сейчас мы с вами зачитаем одно небольшое поздравление. У нас весь Пионерский проспект был подтоплен, там, где лужи были постоянно, они были, и в некоторых местах появились новые. Ну, это, я думаю, мелочи жизни, мы это переживем. Регина Хайрешева пишет мне: завтра, 12 февраля, у нашего папы мужа день рождения. Поздравляем его, поздравьте его, пожалуйста, в своем видео. Поздравляем Хайрашу Александра с днем рождения, любимый, ты для нас незаменимый, верный муж, отличный папа, желаем, чтоб росли деньжата, будь счастливым вместе с нами, нам не страшно с тобой цунами, хоть мир огромный обойди, как ты такого не найти, тебе желаем быть здоровым, богатым, щедрым образцом в печаль и в радость, и всегда с тобой мы твоя семья. Вот от души мы поздравляем Александра с днем рождения, желаем ему счастья, здоровья, приезжайте к нам на море, и пускай вам будет не страшно никакое горе. Вот это да, давно я не видел на центральном пляже шторма. И посмотрите, как прекрасно выглядит все без заборов, просто великолепно. Это пляж санатория Анапы, его летом обносят очень сильно заборчиком, и людей заставляют обходить эти заборы. Надо застегиваться. Вот здесь я вышел и начал поддувать. Люди убегают. Смотрите, докуда пошла волна. Ветер только усиливается. Сегодня до 25 метров в секунду обещали у нас ветерок. Вчера мне очень много фотографий поскидывали о том, как у нас страдают наши здравницы, деревья. Также вместе с этим выбрасывают очень много ракушки, так что любители могут идти собирать. Вот это да, фантастические просто виды. До сюда вы, я думаю, ни разу не видели, чтобы заходили волны. Вот такая погода в Анапе. Я говорю, каждый день какой-то новый катаклизм случается. Песок смывает нещадно. И после такого шторма пляжи могут остаться без песка. И придется опять его откуда-то брать и завозить, господи. Какая красота, какие облачки, какое небо голубое. Солнечное настроение, и сразу делает все совершенно другим, более приятным. Даже шторм не выглядит настолько угрюмым, как сегодня был с утра. Сегодня нас со шотом показывали по России 24, говорили, что какая бы ни была погода, люди все равно купаются. Им не страшен, как говорится, ни шторм, ни какие-то любые другие катаклизмы. Мы сейчас с вами попробуем прогуляться туда, в сторону. Там вода заходит чуть ли не до всех этих строений. Но это, еще раз говорю, не самый сильный шторм, который я здесь наблюдаю. Есть видео с гораздо более сильных наводнений, когда здесь вода доходило аж туда, до тротуаров.
Посмотрите, какие огромные бревна выкидывает. Все в морской пене, шипящее, шумящее. Ну, а кто-то ходит, деньги ищет, потому что, вот видите, песок очищается, и даже все там самые лучшие металлоискатели настолько хорошо зачищают. Ракушки повылазили, когда говорили многие, что ракушек нет, вот вам, пожалуйста, пользуйтесь. А нет, там мужчина собирает какие-то интересные досточки, смотрите, как выбегает волна. Ух. Просто фантастические виды. Так, пора мне бежать. Так, главное не затеваться. Смотрите, где только что стоял, уже вода. Класс. Очень сильное сегодня погодное явление. Жалко, что у нас нету, как говорится, телеобъектива. Посмотрите, что там происходит с пирсом. То есть, если бы там были доски, их бы сейчас все разнесло. Смотрите, какие волны на него просто разрывает. Не дай бог там сейчас оказаться. Это было бы очень страшно. Да, кадры. Хотя, почему здесь вот вся сила волны не ощущается в полной мере? Потому что это все-таки бухта, раз. Во-вторых, она мелководная. То есть волны начинают еще далеко от берега разрушаться. И сюда доходят только их отголоски. Мы будем надеяться, что не весь пляж смоет и хоть что-то останется. И смотрите, там было 12, а здесь плюс 9 градусов показывает температуру воздуха. Жалко, хотел посмотреть, можно ли прорваться на пирс, но на пирс 100% не прорваться. Но я вам предлагаю не слушать меня, давайте послушаем море, пускай оно пошумит в ваших приемниках, в которых вы слушаете и смотрите данный видеосюжет. Это прекрасно на самом деле, что такие природные явления получается запечатлеть и вам показать. Все, я замолкаю, наслаждаемся.
Вот такая сильнейшая погодная аномалия у нас. То снег, то ветер. Сегодня град с утра. Друзья, но несмотря ни на что, я сделал для вас такое маленькое чудо, как показал штормящее море на центральном пляже. От души благодарю вас за просмотр. Делитесь роликами со своими друзьями, родственниками. Пускай они тоже видят, заряжаются позитивом. Мощная энергетика у этого всего происходящего. Шторм просто дарит ее. Я сюда шел немножко такой расслабленный. Сейчас ух, прям. И сегодня вечером приглашаю вас на премьеру. Посмотрим, как мы продвигаем наши ремонтные работы на квартире. Вдруг вам надо ремонт, обращайтесь, друзья. Есть хорошие бригады, поможем, сделаем все, как говорится, в лучшем виде. Всем пока-пока. С вами была семья Азаровских с центрального пляжа города-курорта Анапа. Не забывайте ставить лайки, это тоже очень важно.